you're traveling with me. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله رحمكم الله وأوصيكم أولا بتقوى الله. خوال الله غصب دميرا تصور دم ناس نائب اتنير خوال الله غصب دميرا تنائب مير ازديال الناس ويروشين المسلمانين خوال الله غصب دميرا كي اون سام насибия взял все наши проблемы. Аллах на себя взял все наши проблемы. И Аллах Всевышний, Всемогущий, Он своей милости, Он сам помогает нам решать наши проблемы. И все, что в этой жизни есть, Аллах по своему закону, правилу создал. И небо, землю Он отделил. И все, что на земле сегодня имеется, полностью, и что на небе имеется, полностью подчиняется Аллаху. Все подчиняются. И человек, и джинны, и животные, и солнце, и луна, и горы, и море. Все подчиняется 100% Аллаху. Это вещь очень простой. Это дело простой вещь. Несколько человек собирается делать, но трудно этот носить, этот никак. Вот это самая трудная вещь. Носить его, терпеть его и радоваться. И когда приходит трудности, преодолеть, вот это вот придется здесь мужество, придется здесь ум, терпение и понятие друг друга, уважение друг друга. Вот здесь и появляется вот эта любовь.
Аллах Тарана говорит, я создал вас и дал между вами любовь, чтобы вы друг друга успокаивали. Это аят. Человек, оказывается, только успокаивается вот своим другом, подругом, матери, отцом. Одного человека очень трудно. Зная Аллах, вот такое правило сделал, и это очень нам подходит, потому что Он сам таким сделал. Алхамдулиллах, для этот никах нужен несколько вещей. Первые обвенчаемые должны быть верующими. Алхамдулиллах, я оба семьи знаю, и Камалитина знаю, и Сайдулла знаю, алхамдулиллах, его семью знаю много лет. Алхамдулиллах, у меня нет никакой сомнений, что они не мусульмане. Я много раз видел их, молились с Камалитином вместе, в мечети молились. В этой семье много раз я оставалась, поэтому я не буду спрашивать, чтобы они повторяли слово «иман». В других местах я у них требую, чтобы говорю, давай скажи «Ла иллах илляллах Мухаммад Расула», чтобы еще раз удостовериться, что они в самом деле мусульмане. Это здесь не нуждается, алхамдулиллах. И второе, то, что они два сторона должны договориться заранее о махре. Это махр преданный, это подарок со стороны жениха к невесте. Это с одной стороны это награда, с другой стороны это с этим привязывает. С этим привязывает жену к себе. Вот такой Аллах мудро решил с такими этими. И они договорились, мне сумму сказали, и я хотите объявить, и хотите не буду. Поэтому, алхамдулиллах, я доволен с этим, потому что они довольны, я доволен, и иншаллах, Аллах доволен. И третий важный вещь – присутствие свидетелей. Почему свидетели нужен? Для самых важных вещей всегда требуются свидетели, везде, и в суде, и в любом месте свидетели нуждаются. Почему эта вещь такой важная? И мы здесь все свидетельствуем, начиная с меня и всем. Почему мы свидетели? Потому что мы ответственны на этот брак. Мы завтра, как они будут жить, мы каждый сидящий здесь несет с собой вот эта ответственность, чтобы они жили в мире, согласии, в любви. Если кто-то боится дальнейшего участия в их жизни, то они должны сказать, что я не хочу. А кто хочет, кто согласен, они должны сидеть, слушать и удостовериться, что в самом деле они поженились. Рахмет. 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 Рахмет.
aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli mehmanlar, uzak uzak yerlerden gelen mehmanlar, özümüzde mehmanlar, hepinizde yollarınızda hasanat, kadamlarınızda hasanat olsun. Allah her bir kılgen izgü niyetlerinizi, kursançılıklarınızı kabul edip, bu iki yaş gelin kıyavını bahtlı, saadetli kılsın. Elhamdülillah, bugün biz Meneşe kızımız Sayyara Han, kıyavımız Kemalüddinler'de, bu hayatlarda birinci, ümit kılamız, arzu kılamız, ahirgisi, haqiqi bo'lgan nikohini, haqiqi bo'lgan to'yini ustida guvohlik qilib o'tiribmiz. Alloh bu nikohni, bu to'yni barakotli, xayrli qilsin. Amin. Buni bu 2 yoshni baxtli, saodatli qilib, oxirini bahayr qilsin. Amin. Bu 2 yoshni tarbiya qilgan, bu kundagi mana bu ziyofatlarni uyushtirgan ota-onalariga, aka ukalariga, hammalariga biz ko'pdan ko'p rahmatlar aytamiz. Mana bizga bugun butun atrofimizdagi shahar qishloqlardan hattoki 700-800 kilometrdan bunga mehmonlar keldilar. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Hammalardan Alloh taolo ularning yo'llarini, qaytishlarini barakotli, xayrli qilsin. Kelganlar qanchalik xursand bo'lib kelgan bo'lsa, xursand bo'lib o'tirgan bo'lsa, yana hammalarimiz xursand bo'lib uylarimizga qaytaylik. Bizlarni ham hammalarimizga shunday o'g'il qizlar bersin. Hammalarimizni o'g'il qizlarimizni shunday baxtli, saodatli kunini ko'rishga hammamizga Alloh taolo nasib qilsin. Amin. Alhamdulillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip biz ko'p Allohga shukr qilib hamd aytishimiz kerak. Chunki Alloh shu kunga bizni yetkizmaganda biz kela olmas edik. Agar Alloh taolo shu bizni bugun bir qilmaganimizda, qalblarimizga shu muhabbatni bermaganida biz bunda bo'lmas edik. Shuning uchun hammalaringga uzoq-uzoqlardan kelgan shu yerdagilarga xizmat qilgan barcha birodarlarga hammalaringga ming tashakkurlar aytamiz. Hammalaringga duolar qilamizki Alloh taolo hammalarimizni ezgu niyat maqsadlarimizga yetishtirsin. Amin. Shu bilan birga endi sizlarning roziliklaring bilan mana shu 2 yoshga duo qilib bu kechamni, bu vaqt o'tirgan to'yimizni tugatishga ruxsat bersalaring. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa laqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. O Allah, o Allah Всевышний Всемогущий, мы благодарим тебя, что ты нас создал на этот мир. О Аллах Всемогущий, Всевышний, мы благодарим Тебя, что нас, братьев, сестер, собрал сегодня на эту свадьбу. И мы от души благодарим Тебя и просим прощения за свои грехи, и просим, чтобы дал счастье, благополучие наших детей Саяра и Камалиддину. Аллах, ты велик всемогущий, все в твоих руках. Мы всегда надеемся на тебя. Аллах, всемогущий, мы всегда уповаемся тебя. Аллах, всемогущий, всевышний, ты принимай наши молитвы, наши дуа, наши просьбы. И не отворачивай нас, мы надеемся на тебя. Дай счастье, благополучие этим молодым женам. Дай, чтобы у них был настоящий любовь, настоящее уважение, чтобы они уважали своих родителей, всех родственников.
чтобы Аллах дай им хорошее потомство, Аминь. Чтобы их дети были в имане, в исламе, Аминь. Чтобы они были воспитанными хорошими людьми, которые помогают своей религии и своему нацию. Аминь. О Аллах всемогущий, мы просим Тебя, мы всегда просим Тебя, чтобы простил нас всех. Мы дуа делаем всегда, чтобы Ты дал нам счастье в этой жизни и в ахирате. Аллах, мы здесь собрались, и мы все от души все делаем намерения, и мы все просим, чтобы Ты дал такие счастливые время всем нам, чтобы у всех нас в домах, у всех нас в местах было такие свадьбы, такие собрания, чтобы мы были близки друг к другу, чтобы между нами был настоящий любовь, уважение, чтобы между нами был настоящее братство. О Аллах, всемогущий, Ты всех мусульман прости, всех Аминь. Мусульман, женщин и мужчин прости, Аллах. Аминь. Аллах, Ты велик, всемогущий, мы просим Тебя прощения за свои грехи. Мы, не зная, совершаем грехи, Аллах, прости. Аминь. Мы, зная, совершаем грехи, Аллах, прости. Аминь. Аллах, прости грехи этих молодожен. Аминь. Аллах, прости грехи этих молодожен. И направь их правильный, в истинный путь, Аминь. Чтобы они нашли счастье и благополучие. И защити их от козни шайтана, Аминь. От плохих мужчин и женщин. Аминь. Аллах, укрепи наши среды. Аллах, укрепи наши среды. Дай нам все хорошего в этой жизни. Дай все хорошего в той жизни. И обереги нас от ада. О Аллах всемогущий. Мы хвалим Тебя. Мы делим шкур Тебе. За все мы не можем отплатить. Мы не можем отплатить. Только Ты, Аллах всемогущий, можешь принимать и прощать. И сделать нас счастливыми. Хвала Тебе, Господу. Хвала Тебе, Господу. Хвала Тебе, Господу. Субхана Роббика Роббил Аззати Амма Ясифун. Вассаламун Аляль Мурсалин. Вальхамду Лиллахи Роббил Аламин. Аминь. И всем спасибо, что пришли. Всем спасибо большое.